Итак, у нас в работе Hammer H3, 2008 год. Мотор у нас рядная пятерка, объем 3,7 литра. Производим работы по замене прокладки клапанной крышки. Мы видим, в каком состоянии у нас распредвалы, в каком состоянии внутри у нас двигатель по чистоте. Вот, скорее всего, у меня есть подозрение, что заливалось масло джемовское Dexos 2, которых подделок большинство в России. Вот, по мультифазовращателя, по звездам распредвалов можно посмотреть и оценить, да, как у нас все грязно. Ну да ладно, мы сейчас прокладку заменим. Что у нас по самой клапанной крышке? Она вот в таком ужасном состоянии, ее уже отмыли, уже пошоркали, но все было вот в таком в мелкодисперсионном налете, довольно неприятном. Сейчас мы ее отмоем до идеального блеска, до нового состояния. Так, ну это у нас немножко другие моторы. Коллектор впускной с этого же автомобиля. Как всегда у нас проседают крайние прокладки впуска. Да? Тоже они видно в масляном налете. Здесь у нас подсос воздуха образовывался на крайних. Сейчас прокладки впускного коллектора мы тоже поменяем. Вот, заодно посмотрим там во впуске присутствие масла. Если оно там есть, мы его оттуда удалим. Ну, поставим новые прокладочки и будем дальше заниматься с автомобилем. Объем работ здесь довольно большой. По двигателю нужно подобрать. По подвеске полностью передняя, задняя подвеска. Сзади будем менять коренные листы, рессор. По переду и по заду будем менять амортизаторы, устанавливать ранчерские. Ну и сопутствующее, что вылезет на дальнейший ремонт. Заодно диагностику произведем.